Получили вызов, приехали, выдвинулись туда сразу по этому адресу. Приехали, уже пожар был уже, с балкона уже огонь выходил. И народ стоял. И как бы этот, смотрим, забежали подъезд, в подъезде был дым. Начали эвакуацию людей. Попробовали наверх подняться по подъезду. Невозможно было, как бы дым был. И вот первый этаж как бы предупредили, чтобы вышли. Потом к нам прибежал этот мужчина. Говорит, что еще ребенок в квартире должен быть. Потом попробовали через входную дверь зайти в квартиру. Не смогли. Как бы уже огонь был там уже. Да, не через мой балкон. Через наш балкон, да? Да, да. Мальчика вытаскивали. Мальчика вытаскивали? Там окно выходит тоже в ту сторону. Он, чтобы не вокруг не бегать, через балкон вывешал, мальчика вытащил. А я обежал дом. Вот. К соседям, наверное, зашел, да? Да, да, да. Получается, к соседям полный зашел. Полный прав, скажем. Да. Я подбежал, прапорщик Герасимов уже стул поставил, получается. Вот, видимо, ребенок там, ну, задымление уж идет, как говорится. Прапорщик Герасимов в окно полез, я ему немного помог, вот, он залез. Ребенка вытащил, мне передал, вот, я его, ну, принял на себя и оттащил. После чего прапорщик Герасимов спрыгнул. Все, после этого только пожарные подъехали.